Здравствуйте! С вами программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. Ежедневно люди по всему миру используют миллионы бумажных стаканчиков, а возникли они совершенно случайно, как результат кампании по борьбе с инфекциями. В начале 20 века американцы Хью Мур и Лоуренс Луэллен изобрели автомат для продажи газированной воды и начали из проклеенной бумаги изготавливать стаканчики, в которые можно было наливать воду. Но торговля не пошла, на то время почти в каждом городе существовали краны с бесплатной питьевой водой и привязанной на цепочке кружкой. Когда общественные краны были закрыты, как рассадники микробов и опасных инфекций, дела компаньонов несколько улучшились, но ненадолго. Хью Мур и Лоуренс Луэллен пришли к выводу, что они продают не тот товар, что нужно продавать не воду, а одноразовые бумажные стаканчики. Партнеры изменили название компании на индивидуальные питьевые стаканчики, а глава американской консервной компании Грэхэм, известный своими прогрессивными взглядами на гигиену, вложил в проект $200 000. Огромную по тем временам сумму. Развернувшаяся в США кампания по борьбе с инфекциями и мощная реклама дали свои плоды. Продажи одноразовых стаканчиков многократно возросли. Место стальных кружек рядом с уличными кранами с водой заняли бумажные стаканчики. Они продавались везде – в школах, офисах, поездах. Это был триумф бумажного стаканчика. Брать или не брать кредит – вопрос, который интересовал многих во все времена. Один ученый, Роберт Киосаки, который, кстати, был бизнесменом, делил людей на 4 типа. Он говорил, что первый тип людей – это обычные наемные рабочие. Второй тип людей – люди, которые работают сами на себя, так называемые физические лица-предприниматели. Третий тип людей – это люди, которые имеют свой бизнес и нанимают рабочих. И четвертый тип людей – это инвесторы, которые просто дают деньги в кредит. Первые три типа людей, как правило, являются потребителями кредита. Четвертый тип людей – инвесторами. Кто может жить спокойнее – те, кто берут кредит или те, кто дают? Инвесторы, давая кредит, могут устанавливать свои правила игры – сроки, рамки поведения и другие условия. Люди, которые берут кредит, не могут чувствовать себя достаточно комфортно, потому как они чувствуют свою ответственность и приближение срока, когда кредит придется возвращать. Конечно, бывают в жизни такие ситуации, когда нам просто необходимо брать кредит. Первая ситуация – это когда мы покупаем какие-то вещи, без которых мы не можем жить. И вторая ситуация – когда мы точно уверены, что вещь, которую мы покупаем, сможет, кроме того, что принести нам прибыль, вернуть эти проценты. Но давайте с вами подумаем. Сегодня в Украине реальная ставка кредита составляет около 40-45%. Есть ли какой-то бизнес, который сможет покрыть не только эти проценты, но и принести нам прибыль? Навряд ли. Многие говорят, что мировой экономикой правят масоны, которые просто дали кредит и управляют государствами, людьми, фирмами. Мы можем над этим смеяться, мы можем этому не верить, но это действительно так. Люди, которые дают деньги в кредит, могут ставить нам свои условия. Поэтому главное, если есть возможность отказаться от кредита и брать его только в тех случаях, когда у нас нет другого пути. Понятие здорового образа жизни включает занятие физической культурой, но посещать спортзалы могут не все. И здесь рождается идея организации бизнеса по проведению фитнеса или других спортивных тренировок на колесах. Для того, чтобы организовать такие тренировки, потребуется фургон или автобус, внутреннее пространство которого можно обустроить под спортивное помещение, тренажеры и инструктор. Выгода этого проекта очевидна и проявляется во всем, начиная от мобильности, высокого спроса и заканчивая отсутствием как налога на недвижимость, так и расходов на аренду или покупку недвижимого имущества. Останавливать спортзал на колесах можно будет где угодно, в любом дворе жилого квартала, и жителям такого квартала не придется никуда ехать для занятий спортом. Снаружи автобус можно раскрасить так, чтобы о спортзале на колесах знали все и могли вызвать его туда, где хотят посещать тренировки. Через некоторое время подобные занятия начнут пользоваться невероятной популярностью, и владельцу бизнеса придется расширять территории посредством приобретения дополнительных автобусов спортзалов. Партнер программы – Харківський інститут фінансів. Здравствуйте! У нас в гостях Владимир Шаверин. Здравствуйте, Владимир Радикович.
Давайте сегодня поговорим о формировании коллектива. Владимир Айзикович Шаверин родился 2 мая 1951 года. Партнер «Вебтрансфер», координатор Академического центра экологии и безопасности жизнедеятельности, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, тренер по развитию личности, бизнес-консультант и бизнес-тренер. Автор и ведущий цикла программ «Свой взгляд» и многих других проектов творческого объединения «Колес ТВ». Спасибо, хороший, интересный вопрос. Я бы на него ответил следующим образом. Вот в этом мире, в котором мы живем, есть броуновское движение, хаотичное. И есть движение под названием синэнергия, упорядоченное, когда энергия каждой частицы вкладывается в общий поток. Вот коллектив может быть броуновским, когда каждый за себя, каждый своим, так сказать, занимается делом. Особенно тогда, когда человек приходит просто, что называется, отрабатывать свои деньги. И коллектив, объединенный общей целью, общей задачей, общими ценностями. Вот это синэнергия. Текучка кадров является ли вот лакмусовой бумажкой? Какое все-таки движение присутствует в коллективе? Вот здесь тоже, что называется, палка о двух концах. Текучка кадров, с одной стороны, может говорить о том, что руководитель коллектива не ценит своих работников, и они от него, так сказать, разбегаются, им неинтересно в этом коллективе быть. И текучка кадров может быть признаком как раз того, что поставлена очень конкретная, четкая цель, руководитель знает, чего он хочет добиться, и люди, которые не в состоянии в этом потоке вместе со всеми идти, они будут выпадать. Внешне это одно и то же, казалось бы, да? Люди приходят и уходят. Только в одном случае это броуновское, собрались, разошлись, ушли. В другом случае это формирование коллектива. Есть ядро, к этому ядру начинают присоединяться те, кто соответствует этим задачам. Поэтому вопрос опять, во многом это зависит от руководителя, насколько у него четкие, ясные, конкретные цели, раз, насколько он способен к этим целям подвигнуть и работников, которые в коллектив приходят, сделав свои цели, его цели, целями этих сотрудников и работников, когда люди работают с удовольствием, с удовлетворением, с радостью, тогда, естественно, задачи, которые перед таким коллективом стоят, они гораздо быстрее и эффективнее решаются. Спасибо, Владимир Айзикович, за интересную беседу. Мы продолжаем. Истинные ценители книг испытывают настоящее наслаждение от самого процесса чтения. Им нравится запах книг. Нравится прикасаться к книгам и перелистывать страницу за страницей. Специально для ценителей бумажных книг компания DuraSport Electronics Corporation выпустила освежитель воздуха с запахом Smell of Books. Такой освежитель воздуха имитирует чтение книжной бумаги, даже если она в электронном виде. Сегодня выбор потребителю предлагают лампы накаливания, люминесцентные лампы, галогенные и светодиодные. Теперь этот ряд пополнит еще одна умная лампочка Drift Light, которая создана для более сладкого и крепкого сна. В своем стандартном режиме она будет выполнять функцию обыкновенной лампочки. При тройной комбинации включение-выключение и затем опять включение лампочка переходит в режим полночь с постепенным затуханием света в течение 37 минут, имитируя свет заката солнца. По словам компании-разработчика, идея искусственного заката должна повлиять на человеческие рефлексы, заложенные много лет назад, когда не было электричества и техники, заполняющей нашу ночную жизнь. Умная лампочка предназначена для релаксации организма и увеличения выработки мелатонина – гормона сна. Дизайнеры нью-йоркской студии «The Way We See the World» предложили разнообразить летнюю жару симпатичными одноразовыми стаканами для напитков, к тому же съедобными. Стаканы, названные «Lollywar», сделаны из материала агар-агар,
растительного заменителя желатина, получаемого из водорослей. Основной компонент агар-агара – вполне съедобные полисахариды. А добавление ароматизаторов и красителей позволяет менять вкус и цвет одноразовой посуды, сделав ее, например, лимонно-жизнерадостной или мятно-освежающей. Если же покупатель не готов съедать за собой посуду, она быстро разлагается естественным образом, радуя голодные микроорганизмы и удобряя собой почву. В Мадриде открылась булочная, которая готовит выпечку для собак и кошек. Покупатели могут приобрести продукцию пекарни как через сайт, так и непосредственно в булочной. Собакам и кошкам предлагаются галеты и бисквиты с куриной печенью, сардинами, шпинатом, сыром чеддер, тыквой и другими начинками. По словам шеф-повара пекарни, готовить выпечку для домашних питомцев – это все равно, что печь обычные пироги, только без сахара и некоторых других ингредиентов. Кроме того, в Мигвитас можно приобрести выпечку для собак, страдающих аллергией на глютен, лактозу или пшеницу. А также можно оформить индивидуальный заказ, выбрав форму, состав и цвет выпечки для питомца. Самые дорогие очки в мире – солнцезащитные женские очки Dolce & Gabbana, выпущенные в 2008 году, стоят 384 тысячи долларов. Коричневые тонированные стекла оправлены в золото и имеют логотип, инкрустированный бриллиантами с обеих сторон. Самый дорогой телевизор в мире – выпущен компанией Prestige HD. Потратив 2 250 000 долларов, вы получаете 55-дюймовый экран и корпус, в котором использованы 28 кг прочного 18-каратного розового золота. Наружная рамка украшена 72 безупречными круглыми бриллиантами в 1 карат каждый, а также янтарем и аметистом. Самый дорогой орден – Орден Святого Апостола Андрея Первозванного, бриллиантовый знак ордена, высшая награда Российской империи, стоит 5 400 000 долларов. Самые дорогие шахматы относятся к коллекции Charles Hollander Collection, 9 800 000 долларов, инкрустированы золотом, платиной, бриллиантами, изумрудами, рубинами, сапфирами и жемчугом. Самая дорогая мебель в мире – 36 800 000 долларов. Сделанная из черного дерева, позолоченной бронзы и инкрустации в технике Петра Дура, кабинетное бюро «Бадминтон». Было заказано Генри Сомерсетом во Флоренции в 1726 году. В Древнем Китае, по традиции, девушка, которая выходила замуж, жила в доме своего мужа и служила ему и его матери. Так случилось, что одна девушка после свадьбы была не в состоянии выносить постоянные упреки своей свекрови. Она решила избавиться от нее. Девушка пошла к торговцу травами, который был другом ее отца. «Я не могу больше жить со своей свекровью, она сводит меня с ума. Не могли бы вы мне помочь? Я хорошо заплачу». «Что я могу для тебя сделать?» – спросил травник. «Я хочу, чтобы вы продали мне яд. Я отравлю свекровь и избавлюсь от всех бед», – отвечала она. После долгих размышлений травник сказал: «Хорошо, я помогу тебе, но ты должна понимать две вещи. Во-первых, ты не можешь отравить свекровь сразу, потому что люди догадаются о том, что произошло. Я дам тебе травы, которые будут постепенно убивать ее, и никому не придет в голову мысль, что ее отравили. Во-вторых, чтобы окончательно избежать любых подозрений, ты должна укротить свой гнев, научиться уважать ее, любить, слушать и быть терпеливой. Тогда никто не будет подозревать тебя, когда она умрет». Девушка согласилась на все, взяла травы и стала добавлять их в еду свекрови. Кроме того, она научилась контролировать себя, прислушиваться к свекрови и уважать ее. Когда-то увидела, как изменилось к ней отношение невестки, она всем сердцем полюбила девушку. Она рассказывала всем, что ее невестка самая лучшая, такая, о которой можно только мечтать. Через полгода отношения между ними стали близкими, как между кровными матерью и ее дочкой. И вот однажды девушка пришла к травнику и взмолилась: «Ради Бога, пожалуйста, спасите мою свекровь от яда, который я ей давала. Я не хочу убивать ее. Она стала моей самой прекрасной свекровью, и я люблю ее». Травник улыбнулся и ответил: «Не волнуйся, я не давал тебе никакой отравы. То, что я тебе дал, это просто специи.
Яд был только в твоей голове, и ты сама от него избавилась. В следующем выпуске программы новости бизнеса и интересные стартапы, яркие личности из мира бизнеса в рубрике «Личное дело», полезные советы от Института финансов, гости в студии и поучительные притчи от Владимира Давыдова. Это была программа «Делай деньги» и я, Александр Колесниченко. Оставайтесь с нами. Удачи вам!